Потерпи, Азизмун, потерпи. Не смогу. Сейчас. Да? Побыстрее. Она больше не может терпеть. Сейчас рожать будет. Слышишь? Потерпите, глупая женщина. Не видите, какая дорога? Перевал же. Сейчас рожать начнет. Долго еще? Сядь на место. Азизмун, боже мой. Сейчас доберемся. Азизмун, потерпи чуть-чуть. Дай мне руку. Дыши глубоко. Азизмун, дыши. Боже мой. Азизмун, дыши. Дыши, родной. Не гони. Тормози. Слышишь, тормози. Она уже рожает. Ну вот, дядюшка. Мальчик. Поздравляю. Ты мой хороший. Ты мой славный. Посмотри, какой красавец. Молодец, мамочка. История моего появления на свет не менее захватывающая, чем та, которую мне пришлось пережить не так давно. Кажется, что Бог начал испытывать меня на прочность с самого рождения. Я родился 10-м ребенком в семье. Но радость от моего появления на свет вскоре омрачилась страшным горем, из-за которого мне пришлось повзрослеть гораздо раньше, чем моим ровесникам. Оглядываясь назад, я понимаю, что шансов добиться успеха у маленького мальчика из глухого горного аула в стране, которая познала голод и ужасы войны, было крайне мало. Но все мы слышали фразу: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». И все испытания, неспосланные мне Богом, привели меня туда, где я нахожусь сейчас. Вот увидишь, ты не пожалеешь, что вышло. Это пункт 24 часа времени. Человек в итоге становится Давай тем, быстрее. На я что потратил свое время. Добро пожаловать. Куда вы вкладываете свое время, это формирует ваш характер. А ваш характер влияет на ваши привычки. И это все в целом в итоге формирует ваш характер. Ваш характер – основа вашего успеха. Ваш характер – гарантия вашего будущего. Как вы думаете, почему большинство умных людей, обладателей многих дипломов, в жизни не становятся успешными? Как вы думаете, кто успешный человек? И что для вас быть успешным? Кто мне скажет? Быть свободным. Никого не слушать. Быть независимым. Много зарабатывать. Здорово. Быть финансово независимым. Быть счастливым. Без денег. Заниматься любимым делом. Быть самостоятельным. Я знаю. Я могу ответить. Кто он такой? Быть успешным значит иметь финансовую свободу. Проще говоря, много зарабатывать. Быть образчиком для других. Мотивировать своих последователей личным примером. Ставить перед собой значимые цели и, что важно, достигать их. Неизбежно стремиться по карьерной лестнице и пользоваться безоговорочным авторитетом. Да. И, конечно, быть востребованным. Но ко всему вышесказанному существует одно «но». Маленькое, но очень значимое «но». При этом он не должен быть мошенником. И как это понимать?
А кто мошенник? Давлатов Саидмурод Раджабович. Вы задержаны по обвинению в мошенничестве. Я требую... Я майор Минбаев. Вот мое удостоверение. Вам следует пройти с нами для выяснения всех обстоятельств дела. На вас поступило заявление в совершении мошеннических действий. Пакуйте его. Мое падение в бездну отчаяния было внезапным и ошеломляющим. Я в одночасье лишился всего. Результат многолетних трудов испарялся прямо на глазах. Словно влага на раскаленных камнях. Но страшнее всего для меня была утрата доверия. Нет ничего проще, чем утратить доверие. И немыслимо сложно его вновь завоевать. Это очередное испытание судьбы стало для меня настоящим экзаменом на звание порядочного человека. Как это может быть возможно? 174 человека доверили ему свои средства в сомнительную авантюру, и ты этого не заметил? Он подкупил администратора и бухгалтера. Хорошо еще, что бухгалтер призналась во всем. Спасибо большое. А ты где был, а? Меня в Бишкеке не было все это время. Я же им доверял. Саид, что значит доверял? Ты говоришь как ребенок. Это же бизнес! Ербол, я откуда знал, что он их подкупает? Я же с ними давно работаю. Так, у нас нет времени причитать. Надо решать проблему. Сумма ущерба. Тебе ее озвучили? 1 846 000. Долларов? Долларов? Вот же гад, а. Я никогда ему не доверял с самого начала. Извини, я открою. Выйди, поговорим. Оскар, что тут происходит? Ты мне должен. И ты это знаешь. Счетчик включен. И за тебя знаешь, сколько ущерба я понес? 4 месяца я жду свои деньги. Оскар, я же тебе обещал. Зачем все это? Обещал? Обещал что? Это тебе не цирк и не театр! Чтобы своими сказками людям голову морочить! Я в порошок тебя сотру! О, Оскар! Ты что, успокойся? Значит, ты Саид? Да. Ты что, охренел? М? Слушай, Саид. Или вернешь деньги, или покойник. М? Понял? Ты понял? Да что вы себе позволяете? Что вы делаете? Так, что такое? Ты кто такой? Что надо? Что пришел? Иди отсюда! Стоять! Стоять, я сказал! Услышь меня, Оскар. Оружие убери! Я буду стрелять! Успокойся! Отпусти его! Оскар, стоп! Успокойся! Отпусти! Ствол отпусти. Буду стрелять! Отпусти ствол. Его! Спокойно! Убери ствол, и я его отпущу! Спокойно! Слышишь? Спокойно! Опусти ствол, я его отпущу! Отпусти! Вот, Оскар, вот, все. Вот. Все, вот. Все, успокойся! Все, вот! Успокойся! Ствол опусти! Ни вам, ни нам от этого хорошо не будет! Опускай! Ни вам, ни нам проблемы не нужны! Опускай. Вот мы здесь стоим, никуда не денемся. Все? Оскар, я тебе обещал.
Я обещал вернуть, так? Да ты что, Саид? Сейчас, Ербул, сейчас. Послушай. Да, я обещал, но ты скажи, пожалуйста. Ты хоть раз мне в руки деньги давал? Это мои деньги! Да, но ты не мне их давал. Ты давал другим, чтобы зарабатывать. А я возвращаю то, что не брал. Саид, да ты с ума сошел? Что ты говоришь? Сейчас, Ербол. Ты понимаешь? Я хоть раз к тебе домой пришел, в долг попросил? Нет. И ты это знаешь. В течение месяца я тебе верну. Это всего лишь деньги. Хорошо? Что ты говоришь, Саид? Я тебе месяц срок даю. Месяц! Да, хорошо. Один! Один хорошо, месяц! Хорошо. Хорошо, месяц. Месяц! Да, хорошо. Все, все, парни, идите. Один все? Месяц! Аскар, уходим. Все, все. Это что было, Саид? Ты с ума сошел? Ты же не брал этих денег. Мы наймем лучших адвокатов. Да, наймем лучших адвокатов. И они докажут мою невиновность? Да. Легко докажут. Точно. Но это не вернет людям деньги. Эти люди в своих мыслях считают меня его соучастником. Флеминг недосягаем. Они же деньги передавали в мой офис. Послушай. Это Флеминг их всех обманул. Но почему ты должен расплачиваться за него, а? Послушай, это огромная сумма. Даже если ты продашь все свое имущество, ты все равно не наберешь таких денег. Я это понимаю. Я это понимаю точно так же, как понимаю, что существуют человеческие ценности, которые никакими деньгами потом не купишь. У меня был выбор. Возвращать долги за другого или нет. Ведь я их не брал. Ни копейки. Я имею право отказаться от них. Но что потом? Что дальше? Что важнее, деньги или мои человеческие ценности? Как я буду потом с этим жить? Деньги зарабатывать я смогу. Это всего лишь деньги. Если не помогу вернуть этим людям деньги, я себя не смогу простить. Я перестану себя уважать. А свое имя отмыть тем более не смогу. Space of a human being is first and foremost psychological. Then and only then is it economic and social. Пространство человеческой личности – это психология, лишь потом экономика и социальность. When it comes to management and business relationships, когда это касается менеджмента, бизнес-отношений, it is impossible to ignore the psychodynamic factors. Это невозможно игнорировать психодинамические факторы. Я бы хотел подписаться на вашу компанию. Мистер Саид Мурат would like to join your company. А еще хотел бы пройти вашу обучающую программу. To take your training course. Меня ваша обучающая программа очень заинтересовала. And he's very interested in your investment program. Well, you certainly have good taste. I think we can take care of that today. Он говорит о том, что у вас хороший вкус, и мы можем поговорить об этом сегодня. Я как раз за этим прилетел, чтобы в будущем пригласить вас в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, чтобы вместе работать. That's why he came here today, and he would like to invite you in the future to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan, work together. What do you think about? I think we can do that. Неплохая идея. Мы можем обсудить это. Спасибо.
If you want to be successful in earning money, если вы хотите быть успешными и зарабатывать деньги, then you need to reprogram your thoughts to those of a millionaire. То вам нужно менять мышление на мышление миллионера. Invest in a business. Инвестируйте в бизнес. Invest in a partnership. Инвестируйте в партнерские отношения. Invest together with people who have ability and skills. Инвестируйте вместе с людьми, у которых есть навыки и возможности. Invest together with people who will give a personal guarantee. Инвестируйте вместе с людьми, которые дают персональную гарантию. Invest with me. Инвестируйте с ним. I'm a millionaire. Я миллионер. Invest with me and make money. Инвестируйте с ним и зарабатывайте деньги. We have projects. У нас есть проекты. Hotel. Отели. Real estate and construction. Строительство недвижимости. Nightclubs. Ночные клубы. Restaurants. Рестораны и тому подобное. All of these are in Ukraine now. Все это сейчас в Украине. And they'll be coming to Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Russia in the near future. И в ближайшем будущем это будет в Казахстане, в Кыргызстане и в России. Who wants to be my partner? Кто хочет быть его партнером? Yeah. Who wants to be a millionaire? Yeah. 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 Все четко и очень грамотно. Впрочем, другого я от вас и не ожидал. Здесь 5000. Я сразу заметил, вы настоящий профессионал. Итак, хорошая работа должна хорошо оплачиваться. Тут вы правы. Так лучше. В отличие от всех остальных, у вас появился реальный шанс заработать большие деньги. Вопрос в том, готовы ли вы его использовать. Вы все меня хорошо знаете. Здесь 174 фамилии. Эти люди потеряли деньги. Я намереваюсь исправить ситуацию. Я хотел взять деньги в кредит и со всеми этими людьми сразу рассчитаться. Но мне его не дают без залога. А для залога у меня уже ничего не осталось. Все то, что можно было продать и отдать, я уже продал и отдал. Какой-то замкнутый круг получается. Я сегодня собрал вас, чтобы попросить еще раз довериться мне, если сможете. Завтра в полдень у меня встреча с представителями банка. Мне надо хоть что-нибудь им предложить в залог. Если вы все еще мне доверяете, помогите, пожалуйста. В любом случае, я благодарен вам. Если сможете и решитесь, завтра утром я буду ждать вас. Спасибо. Да, мне пришлось пройти через это. Мне казалось, я вот-вот утрачу последний лучик надежды. И все вокруг погрузится в непроглядную тьму. Что будет там за этой чертой безысходности? Я был на краю бездны и простирал руки в поисках спасения. Каждый человек полон воспоминаниями. И у каждого из нас есть место, где наши воспоминания проявляются особенно ясно. Для меня этот тихий оазис посреди суматошного мегаполиса стал культовым местом. Местом силы, перекрестком дорог моей жизни. Раз за разом судьба приводила меня на эту скамейку. Отсюда я оглядываюсь на пройденный мной путь. И отсюда же смотрю в свое будущее. О Всевышний! Я нахожусь в печальном состоянии.
Сдал. Скажи моей маме, что ее сын поступил в институт. $300. Сделают вас студентом. Не отговаривайте меня. Я поеду в Россию. Здравствуйте. Документики предъявите. Нет работы. Иди, иди отсюда. Работа нужна. Всем надо работа. Нету вакансий, нету. Ну что такое, как не люди, как в хлеву живут. Насорили, намусорили. И же как-то вот совершенно им все безразлично. Звоню туда, звоню уже, стучусь, стучусь. Вообще подъезды не убирают. Разве так можно вот самим, разве приятно в эти подъезды заходить? Нет. Ты кто? Я кого спрашиваю? Ты что тут делаешь? Я здесь место. Давай убирайся отсюда. Что тебе здесь? Общежитие, что ли? Давай, давай, я кому говорю? Охир. Сейчас милицию позову. Хорошо. Устроили тут. Ночлежку. Я ухожу. Иди, иди. Иду уже. Еще бурчит тут всякое. Житья от них никакого. Обнаглели. Доброе утро. Здравствуй, дорогой. О Всевышний! Я нахожусь в печальном состоянии. Только ты знаешь о моем положении. Пожалуйста, не дай мне потеряться в этом жестоком мире. Кроме тебя, мне не у кого просить помощи. Веди меня по праведному пути. Я знаю, все будет хорошо. Когда-нибудь все будет хорошо. Дай мне мудрости осознать происходящее.
Ваша сдача. Спасибо. На здоровье. Да, мамочка. Сынок, иди сюда. Иду. Что у вас? Вот, посмотри, Саидмурод. Видишь, доска отвалилась. Ее нужно прибить на место. На. Но я же не умею. Не беда. Я научу. Ты должен все уметь, сынок. Смотри. В эту руку берешь гвоздь, а в эту – молоток. Ты должен попасть вот этим местом молотка прямо по шляпке гвоздя. Понял? Посмотри. Видел? Теперь твоя очередь, сынок. Попробуй. Саидмурод, что ты делаешь? Я хочу забить гвоздь, как вы только что показывали. А зачем ты закрываешь глаза? Я боюсь попасть молотком по руке. Положи сюда руку и закрой глаза. А теперь снова положи сюда руку и не закрывай глаза. Клади. Саидмурод, видишь это? Здесь острое. Мне страшно. Видишь, сынок? Человеку нужны глаза. Прячась от трудностей, ты никогда не решишь поставленные задачи. Всегда смотри трудностям прямо в глаза. Ищи решение задачи, и ты его найдешь. Но только с открытыми глазами. Всегда смотри прямо перед собой. И никогда не закрывай глаза перед трудностями. А вот теперь, сынок, возьми и забей этот гвоздь. Молодец, сынок. Саид, а где твоя одежда? Спасибо тебе. Что случилось? Я больше не буду работать грузчиком. А кем ты тогда будешь работать? Пока не знаю. Но точно не грузчиком. Спасибо за все, брат. До свидания. Здравствуйте, Саидмурод Раджабович. Здравствуй, Талгат. Я вот вчера всю ночь думал. И принял решение. Вот, возьмите. А что это? Это документы на нашу квартиру. Возьмите, пожалуйста. Талгат,
Я никогда не забуду. Спасибо, дорогой. Не говорите так. Вы мне вернули смысл жизни. Спасибо еще раз. Я никогда не забуду этот день. Многие из тех, кто принес в мой офис свои документы, рискнули единственной ценностью, что имели. Казахи, русские, киргизы, украинцы, узбеки. Они стали моими братьями и сестрами. Их поддержка удесятерила мои силы и не давала опустить руки. Казалось, нужно лишь еще совсем немного прибавить усилий, и можно будет надеяться на лучшее. Но, к сожалению, зачастую в жизни все происходит совсем не так, как мы планируем. К сожалению, наш банк не может выдать вам кредит. Может быть, есть какие-то варианты? Нет никаких вариантов. До свидания. Саидмурод Раджабович. Да. Кредитный комитет вынес свое решение. Отказ. Мне очень жаль. Почему отказ? К сожалению, ваши доходы не соответствуют нашим требованиям. Попробуйте другие банки. Пожалуйста. Что случилось? Не понимаю, почему они отказывают? Они имеют право на это. И что же мы теперь будем делать? Будем работать. Нам нельзя отчаиваться. Нам нужен доход. Составим план на год и более. Айжана, составь новый график по тренингам. Может быть, даже к лучшему это. Время покажет. Мы сейчас едем в поезде. Посмотри в окно. Видишь, как меняется картинка? Только что был красивый лес. Сейчас станция. Вот так и проходит наша жизнь. Мы не замечаем, как меняется картинка. Как будто мы смотрим фильм длиной в жизнь. Меняются только события, обстоятельства. И вот в этом во всем, Саид, главное не упустить важное. Закрой глаза. Сейчас в своем сознании прошу тебя, представь эталонный образ своей жизни. Лена! Лена, где Саид? Господи! Саид! Таким смелым и самоуверенным становится тот, кто обретает убежденность. Так вот ты где, ученый муж. Я тебя обыскалась. Где у нас списки, что покупали вчера? А, вот. Вот здесь все написано. Угу, хорошо. Давай. Ты, значит, все читаешь у нас?
Да, очень интересная книга. Зигмунд Фрейд. А, но это очень серьезная литература. Психологией увлекаешься? Я всем интересуюсь. Мне интересен человек. Его внутренний мир. Его мысли. Его действия. Понимаете? Это очень интересно. Вот этот человек, Фрейд, заглядывал внутри человека. Он, как фикри, он имеет хорошую мысль. Вот. Послушайте, Манчина Висондам Даниджа. Первый человек, бросившийся ругательство вместо камня, был творцом цивилизации. Он очень хорошо сказал. Да, с этим не поспоришь. Знаешь, мне нравится ход твоих мыслей. Кстати, в город к нам приезжает как раз Александра Залина. Это такая тренер, которая проводит занятия по системе Нарбекова. Вот и я записалась на 10-дневный полный курс для тех, кто хочет поближе познакомиться с системой. И тебя, конечно, тоже записала на первое вводное занятие в понедельник. Что такое мечта? Мечта — это ваше желание. Это ваша внутренняя сила. Когда у вас есть мечта, вы можете все. Вам главное понять, насколько сильна ваша мечта. Когда у вас есть мечта, у вас нет места неуверенности. Что вам мешает иметь хорошую перспективную работу? Ничего. Что вам мешает иметь хороших друзей? Ничего. Было бы желание. Самое главное – определиться, насколько сильно ваше желание. Либо оно у вас маленькое, либо оно у вас огромное, как вся Вселенная. У вас нет преград. Расширяйте свои горизонты. Мечтайте. С помощью Надежды Игоревны, в офисе которой мы проводили ремонтные работы, я попал на семинар Александры Залиной, посвященный системе Нарбекова. Сложно сказать почему, но Александра обратила на меня внимание и ошарашила неожиданным предложением. У каждого человека есть два дня рождения. Первый раз ты рождаешься как живой организм, а второй раз, когда ты осознаешь, кем ты можешь и хочешь стать. Я должен был принять судьбоносное решение. С той самой минуты моя жизнь навсегда переменилась. Нет, я не могу. У меня не получится, это невозможно. Если ты будешь продолжать вот так думать, у тебя никогда ничего не получится. Вообще никогда ничего не получится. Послушай, ты неуверенный. Ты неуверенный. У тебя никогда ничего не получится, если ты сам в это веришь. Хочешь так жить? Иди и крась свои стены. А если ты не хочешь жить так, как ты жил раньше, тогда освободись от своей неуверенности. Расправь крылья и лети. Как вы себя ощущаете, дорогие друзья? Никогда не забуду тот день, когда впервые выступал перед слушателями. Это были абсолютно новые ощущения. Мне пришлось полностью измениться. Изменить себя, свою внутреннюю философию, свои взгляды на жизнь. Я целиком и без остатка отдался этому процессу. Вдумчиво и размеренно. Произнесешь выученный тобою текст, как вчера на репетиции. Вчера же не был зритель. Как же не была, а я? Запомни, Саид, я тот самый критично настроенный зритель. Мы теперь с тобой в одной связке, то есть команде. Я должна быть уверена в тебе на 100%. Иди и покори эту аудиторию. Я верю в тебя. Вперед. Дорогие друзья, я рада вам представить Саидмурода Давлатова, который покажет вам, как правильно делать суставную гимнастику. Встречайте! Удачи! Спасибо. Здравствуйте! 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 Дорогие друзья, сегодня мы с вами... Держи. Это твоя первая, честно заработанная зарплата. Спасибо. Это тоже тебе.
Держи. А это что? Официальное приглашение из Института Нарбекова. О! Теперь нас ждет поездка в Москву. Что? Ты будешь обучаться по системе академика Нарбекова и параллельно учиться в МАГЭН. Поздравляю. Теперь вы студент МАГЭН. Спасибо. Вступайте в приемную комиссию. Ага. Я распоряжусь, чтобы оформили ваши бумаги. Мне с трудом верилось, что я стану студентом российского вуза. Прошу, наставник ждет вас. Но это чудо свершилось. И вот судьба меня привела к еще одной значимой встрече. Я благодарен Всевышнему за то, что он подарил мне встречу с великим наставником. Мирза Карим Санакулович Нарбеков оказал огромное влияние на мой дальнейший творческий путь. Александра? С приездом. Благодарю. Меня зовут Ербол. Александра, очень приятно. Ербол, очень приятно. Я буду заниматься организацией ваших тренингов здесь и в Караганде. А это Ерлан, мой братишка. Ерлан. Он будет нам помогать во всем. Ну как, вам понравился наш казахский бешбармак? Я ничего вкуснее не едала. Спасибо. А между прочим, моя жена лучше всех готовит. Между прочим, ты забыл, она по совместительству наша мама. Кстати, наш отец так сильно любит нашу маму, даже нас, детей, к ней не подпускает. Конечно, доченька. Скажите, а вам нравится у нас в Казахстане? Да. Слушай, давай на балкон пойдем. А вы в первый раз приехали? Хорошо. Да, вы знаете, я очень много-много читала. У меня мечта побывать на Медео. Ну, я думаю, мальчики свозят вас. Конечно же, первый свободный день. Нет, спасибо, я не курю. Правильно делаешь. Зачем вышел тогда? Просто, чтобы тебя не обидеть. Пьешь? Нет, конечно. Я верующий. Намаз читаю. Ну, ты такой положительный со всех сторон. А у меня вот мечта. Бросить курить. Сколько лет? Мечтаю. Ты это просто так сказал? Не понял. Ты к чему? Ты сказал, что мечтаешь бросить курить. Это действительно твоя мечта? Или просто красивый оборот речи? Я не был далек от истины. И правду это можно назвать моей многолетней мечтой. Но я сам с этим точно не справлюсь. Тогда ответь мне, пожалуйста. Неужели исполнение твоей мечты сложнее, чем взобраться на высокую гору или пройти через... самую жаркую пустыню. Не понял, к чему ты клонишь? Просто на свете есть такие люди, чтобы достичь своей мечты. Тяжело трудились и лишали себя всякого удовольствия, только для того, чтобы забраться на Эверест. А другой человек из последних сил идет и не сдается смерти, чтобы пройти сквозь пустыню к оазису. За глотком воды. И это была его мечта. И он был счастлив, когда его достиг. А ты? Тебе всего лишь нужно потушить вот эту сигарету, чтобы достичь своей мечты. Подумай. Настолько ты слаб, чтобы с этим справиться. Согласись, цена достижения твоей мечты намного меньше. Идем.
пить чай. А мы не зря вас пригласили. Позвольте мне поблагодарить наших гостей Саид Мурода и Александру и выразить надежду, что это не последний тренинг в нашем городе. Спасибо. И в нашем регионе. Спасибо. Благодарим. Большое. Спасибо. Спасибо вам. И еще за одну встречу я благодарен Всевышнему. Ербол появился в моей жизни совершенно случайно, но стал самым близким другом на долгие годы. Именно Ербол был тем, кто помог мне понять и полюбить Казахстан. Почувствовать себя частью этой земли. Именно здесь я начал давать индивидуальные тренинги и стал независимым тренером. Вместе с Ерболом мы вдоль и поперек исколесили благодатные земли Казахстана и Киргизстана. Проводили наши тренинги в самых отдаленных и гостеприимных уголках этого волшебного края. Ерлан, я оплачу, а ты здесь займись. Все, понял. Саид, а у тебя есть мечта? Есть. Я мечтаю написать хорошую книгу. Нужные людям. И что ты делаешь для достижения своей мечты? Знаешь, все, что я делаю ради этой мечты. Но я прекрасно понимаю, что путь к этому займет у меня очень многие годы. Но я должен писать книгу. Этот огонек просто так не потушить. Снег-то какой валит. Ах ты! Как дети. Спасибо. Дорогие слушатели, сегодня кризис на рынке. Кризис на китайском языке пишется двумя иероглифами. Один означает, что это опасность, второй означает благополучную возможность. Это означает, что кризис очищает рынок от дилетантов. Их доля переходит к профессионалам. Ведь потребности же не исчезают. Просто люди начинают покупать более дешевые продукты и услуги. Не верьте ему! Он мошенник! Вот это кто такой? Не слушайте его! Он мне должен кучу денег! Саидмурод Давлатов, не убегай, пожалуйста. Вот повестка в суд. Друзья, видите, как тяжело быть в долгу у кого-то? Унижают вас, как хотят. А вы, Анатолий, молодец. Если у вас была цель, чтобы сказать другим, что я у вас в долгу, цель достигнута. Теперь можете уйти.
Но если вы думаете, что кто-то возвратит вам долг вместо меня, то... то это вряд ли. Кто-нибудь из вас хочет вернуть ему деньги за меня? Видите? А я вам в присутствии всех этих людей обещаю, что непременно верну долг. Хотя вы в курсе, что я лично у вас ни копейки не брал. Но тем не менее не отказываюсь от обязательства. Раз так сложилось, а вам нужно просто набраться терпения. Вот и замечательно. А теперь дайте мне возможность работать и продолжить свои занятия. Он мы вам все вернем. Он точно мошенник. Мы говорили с вами о кризисе. Слушаю. С кем я говорю? Это Саидмурод Давлатов? Да, это я. Как тебе не стыдно? Вы о чем? Не притворяйся, мошенник. Ты прекрасно понимаешь, я таких, как ты, насквозь вижу. А в чем вопрос? Я вас не понимаю. Ты не понимаешь меня? Мой бедный сынок столько лет трудился, зарабатывая деньги, а ты его обокрал. Аферист, ты хоть понимаешь, что значит зарабатывать деньги своим трудом? Ты наживаешься на чужом горе. Я обязательно заплачу. Это ты в тюрьме будешь рассказывать? Здравствуйте, тетя Мунавара. Здравствуй, Саид. Есть будешь? Конечно, тетушка. Замечательно. Пусть ручки нашей тетушки никогда не болят. Спасибо, тетя Мунавара. А можно хлеба? Конечно. Милиция! Чё?
Фу, добегался. Вставай. Вставай, вставай. Вставай, на того напоролся. На месте. Прямо. На месте. Прямо. Вот так, 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 так. А это вот так. Пацаны, минуточку внимания. Ой-ой-ой, ах ты, Шайтон. Давай. Так, ну-ка иди сюда. Давай, говорю. Фан. О, давай, теперь моя очередь. Больно же. Ну-ка, давай. На. Так, ну что такое вообще? Да вот так вот. Молодец, мужик. Давай, сейчас, да, сейчас, еще раз, сыграем. Давай. Давай. Так, тихо, убирай, кино играем. Убирай. Опа. Я готов. Байку разбирай. Ай, руку, руку, руку сломаешь. Давай, руку, руку. Ай. Дай сюда. Че там? Давай, все, не... А мне? Обойдешься, понял? Я не давай ему. Налетай, пацаны. Так, это тебе. О. Это тебе. Подожди. Как мамка напекла. Тебе. Это тебе. Пожалуйста, берите. И смотри, он держится с ним. Сейчас бы шашлычку. У нас, знаете, всех самый лучший шашлык. Время покажет. Спасибо. Да ладно ты. Ну что, продолжим? Перекинемся? Давай, давай. Какой шашлык. Давай, раздавай. Я вижу, ты парень добрый. Трудно тебе здесь придется. Трудно, говорю, будет тут тебе. Всегда и везде нужно оставаться человеком. Я не понимаю. Не надо понимать, надо кушать. Вы уже два дня ничего не ели. Ну, да блин, давай, давай, сюда! На! Я говорю вам. Чё, пацаны? Чё, сказал, иди сюда! Иди сюда, я тебе сказал! Давай, давай, давай! Сюда, подожди! Тупо отосмитри! Стоять! Ах ты, я тебе сказал, прекрати! А ну, расползлись по шпанам! По углам животных! Да ты куда ты полез? А ну прекратить бесчинство! Чего, чего, чего? Так, кто тут у нас такой борзый? Что ты сказал? Беспредел, кончай, говорю. Макс, Макс, лучше не надо, потом, потом объясню. Потом объясню. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Тишину поймали все. Как скажешь, начальник. Классно поселились, где карты. Поиграли. Весело. Я ведь уже четвертый раз сюда попадаю. А все никак не могу привыкнуть к бесчеловечности. Вот. Посмотри на... Ребят. Смотри, какие они все разные. Они из разных стран бывшего Союза. Что их объединяет? Они все сюда приехали не из-за хорошей жизни. Наоборот. За хорошей жизнью. За вот этим... материальным благосостоянием. Да ничего плохого нет в хорошей жизни. Но главное, ты, парень-то, смотрю, правильный. Ты постарайся
не растерять душу свою. Понятно? Ладно. Поймешь. Придет время, все сам поймешь. Главное, не потеряй душу. И помни, ничего не вернешь. Ладно. Посплю. Я. Мужчина был прав. Со временем я понял, что он хотел до меня донести. Это действительно сложно в материальном мире суметь сохранить духовное начало. Как не потерять себя в океане соблазнов? Как не запятнать свою душу? Ужин остыл. Поешьте хоть немного. Вы таким образом только вредите себе. Вы же, как никто на свете, знаете, что, прячась от проблемы, ее не решить. Попробуйте, пожалуйста. Да. Где он? Кто? Где он прячется? Кто вы такой? Что вы хотите? Что вы тут делаете? Вас разыскиваю, гражданин Довлатов. Кто это? Что ему нужно? Зибо, иди в другую комнату. Но кто это? Я тебе сказал, иди в другую комнату. Почему трубку не поднимаем? Я тут день и ночь работаю, чтобы решить проблему. А мне кажется, что вы просто пытаетесь сбежать от проблем и от меня. Что вы себе позволяете? Я звоню, чтобы вас пригласить на очередную беседу, а вы не поднимаете трубку. Тут люди беспокоятся, переживают, как бы раньше времени вы нас не покинули. Во вторник, 9 часам. Буду. И без опоздания. И отвечать на мои звонки – это в ваших интересах. Иди сюда. В угол, быстро! Раздевайся. Раздевайся. Оглох, что ли? Не надо, пожалуйста. Не делайте, пожалуйста. Ты не в родном Чуркистане! Не в гостях у мамы! Встань! Вставай! Вставай! Вставай, говорю, ублюдок! Раздевайся. Быстрей! Быстрей, говорю! Брюки снимай. Чё ставился? Снимай! Живей давай, живей! Так, ну-ка посмотрим, что здесь.
башмаки. Вань какая. Руки! Руки подними! Руки! Руки! Не дергайся. Спокойно стой. Так-так. Пахни деньгами. Говоришь, денег нету? Так вот, гражданин Довлатов, согласно подписанному тобой протоколу, ты попал к нам без денег, значит, уйдешь отсюда тоже без денег. Понял? Одевайся и пошел вон отсюда. Опа! Эй, нет, так не пойдет. Ты же пришел сюда без денег и не смог оплатить штраф. И поэтому побудешь пару недель в спецприемнике и подумаешь, как обманывать представителей законной власти, а? Чурка! Алло, Даскар. Это да, что? Я же обещал. Лиса. Ну, молодец. Не все происходит так, как мы хотим. Это? Но я обещал. Да сделаем мы. Хорошо, молодец. Хорошо. Теперь читайте эту сказку. Нет, нет, читайте. Лена. Да. Читайте. Но мы же утром вам объясняли целый час. От того, что вы каждый час звоните, деньги же не появятся, так? Но вы даже не даете работать. Дайте хоть что-то сделать, чтобы вам вернуть эти деньги. Я понимаю, да. Алло. Да. Да, да, я же сказал, что мы сейчас уже собираем потихонечку. По чуть-чуть, очень скоро, скоро. Я не знаю, это когда, но в ближайшее время. Скоро начнем уже потихонечку отдавать. Всем отдадим скоро. Да, да, постепенно будем, все вернем. Я вам обещал, что все равно мы вернем. Я уже звоню тебе в сотый раз. Когда ты, наконец, отдашь мои деньги? Сынок, верни деньги моих детей. У тебя совесть есть? Ты хоть знаешь, как почему ты нас обманывал? Сайдмурод, верни нам наши деньги. Ты нам эти деньги? Сколько еще ждать? Где мои деньги? Верните нам наши деньги. Я уже звоню тебе в сотый раз. Вы верили вам. Когда ты наконец отдашь мои деньги? Вы же обещали нам вернуть наши деньги. Верни нам наши деньги. Просто возмутительно. Я заставлю вернуть вам мои деньги. Деньги.
Да-да, давай поиграем. Пожалуйста, пойдем поиграем. Все хорошо? Что случилось? Саид Мурод. Мам, отец плачет. Что произошло? Не пугайся. Я в порядке. Мне надо в Таджикистан. Повидаюсь с мамой, мне это всегда помогало. Сходи, купи мне билет. У нас нет денег на билет. Я играть. Я пойду играть. Как это нет денег? Я же миллионер, понимаешь? Я горжусь тобой, сынок. Теперь ты стал настоящим мужчиной. Мама, вы, наверное, не совсем меня поняли. Я должен людям огромную сумму денег. Это ты не совсем понял, что с тобой произошло. Это испытание. Не каждому в жизни такое выпадает. Раз Всевышний послал тебе подобное испытание, значит, именно ты. И только ты способен с ним справиться. Задумывался ли ты над этим? Если ты смог задолжать такую сумму, то только ты сможешь ее заработать и вернуть людям. Это в твоих силах. Поверь в себя, сынок. Ведь у некоторых людей нет денег даже на проезд в автобусе. Прекрати жаловаться. Иди и верни людям долг. И ты станешь тем, кем ты можешь и должен стать. Держись крепче. Куда на этот раз? В Яван. Оттуда в Душанбе заеду. Будьте осторожны в дороге. Не беспокойся. Все будет хорошо. Саид Мурод, иди сюда, папина душа. Ах ты мой сладкий. Ты мой лев.
тот вечер я по-настоящему узнал свою мать. Я вдруг отчетливо осознал, как она смогла поднять нас десятерых. На протяжении всей моей жизни мама неуклонно и целенаправленно строила из меня настоящего мужчину. Направляла каждый мой шаг. И главное, вселяла в меня полную и абсолютную уверенность в своих силах. Моя мама, эта хрупкая женщина, всегда вдохновляла меня. И в тот вечер, после ее слов, я буквально всем своим естеством почувствовал, как наполнился уверенностью и вдохновением. Я буквально очистился от скверной отчаяния. Все вдруг стало простым и понятным. Мозг заработал как отлаженный механизм. И я четко и без помех увидел намеченную цель. Оставалось только до нее дойти. Друзья, я не хочу вас вводить в заблуждение. Мое положение на данный момент очень сложное. Я совершил ошибку, вы знаете. Но у меня есть план действий, как исправить эту ситуацию. Мне нужны ваши помощь и поддержка. Каждый из вас для себя сегодня должен принять осознанное решение. Вы остаетесь со мной в моей команде в дальнейшем или нет? Но каждый, кто примет сегодня решение оставаться, должен очень хорошо понимать, что мне платить вам нечем. Чтобы справиться с этой ситуацией, нам надо будет очень много работать. Как видите, картина не очень веселая. Еще я хочу, вне зависимости от вашего решения, поблагодарить каждого из вас за сотрудничество. Мы были отличной командой. Поверьте, я пойму и приму любое ваше решение. Все, кто принял решение оставаться, завтра приходите в это же время. Извините, Сайдмурод Раджабович, у меня дети, семья. Я понимаю, все нормально. Простите меня. Извините. Спасибо за все. А зачем ждать до завтра? Я готов отвечать сейчас. Я с вами, Сайдмурод Раджабович. Спасибо. Мы с вами. Что надо делать? Спасибо, друзья. Я благодарен вам. И никогда не забуду то, что вы сейчас сделали для меня. Давайте к работе. У меня есть план, как решить эту проблему. Я его разработал. Сейчас 2008 год, и если мы соблюдаем этот план, к 2013 году, максимум к 2015 году, мы справимся с этой задачей навсегда. Любая проблема давит на нас до тех пор, пока не появится план решения этой проблемы. Я составил схему погашения долгов и выхода из кризиса и показал его своей команде. Мы взялись за дело. Днем я проводил семинары и тренинги, а ночи отводились на перелеты и переезды. Воплощение бизнес-идей на практике стало приносить нам доход, который, в свою очередь, позволил нам постепенно погашать долги. Я почувствовал эффективность и результативность своей системы. Она работала. Я понял, мои способности зарабатывать большие деньги
росли прямо пропорционально выполнению данных мною обязательств по погашению долгов. Я осознал, что рано или поздно я решу все финансовые проблемы. А бесценный опыт и навык останутся при мне. Я словно спортсмен. После изнурительных тренировок с каждым днем становился все сильнее. И все свои силы я бросил на решение этой проблемы. Пролетели дни. Долг становился все меньше и меньше, и я стал делиться накопленным опытом с людьми. Благо, к тому моменту мне было, что им рассказать. Вместе с тем, я ни на секунду не забывал о своей мечте. Каждый день, хоть страничку, хоть строчку, я должен был написать. Воспоминания о пережитом стали для меня великим уроком. Я должен был поделиться знаниями со всеми остальными, чтобы уберечь их от моих ошибок. В таких условиях родилась моя первая книга. Те дни приучили меня работать в очень активном ритме. С тех пор подобный ритм стал для меня образом жизни. Сайдмурод Раджабович? Да? К вам посетитель? Особенный? Проходите. Здравствуйте. О, Анатолий. Здравствуй. Как вы? Насколько я помню, мы с тобой уже все финансовые вопросы уладили. Или еще что-то придумал новое. Это бесконечная ходьба по судам и запрет на выезд из Казахстана. Так, мы же вроде с тобой с одним из первых рассчитались. Сайдмурод Раджапович, что было, то было. Не стоит вспоминать прошлое. Я пришел к вам не ругаться. А зачем же тогда? У меня для вас особое предложение. Я хочу работать у вас в команде. Это приятно, но это тебе не принесет финансовой выгоды. Я все еще не расплатился с людьми. Я понимаю, но это не главное. Мне понравилось, как вы вышли из этой ситуации. И я хочу быть в вашей команде и учиться у вас. Я благодарен, что вы стояли со мной рядом до последнего. Сегодня мы полностью рассчитались со всеми долгами. Ура! Здорово! Здорово! Добрый день. Майор Минбаев. Узнали? Я удивлен. Разве у нас с вами остались нерешенные вопросы? Только один. Странно. У меня нет привычки оставлять нерешенные вопросы. Я это знаю, господин Довлатов. За эти годы вы многое обо мне узнали. Это моя работа.
Я тоже любое дело довожу до логического завершения. Что ж, это характеризует вас как профессионала. Вашей хватке можно позавидовать. И что же на этот раз я натворил, по вашей версии? Я понимаю, вы вправе на меня злиться, но... Я совершил ошибку, но я сам ее исправил. Вот поэтому я вам и звоню. Я не хочу, чтобы между нами оставалось недопонимание. Многие люди неправильно расценивают мою работу. Столкнувшись со мной... воспринимает меня как личного врага. Признаюсь, некоторое время и я был именно таким. Но это длилось недолго. Я понимаю вас. Вы делаете свою работу. И делаете ее профессионально. Как и вы, господин Довлатов. А профессионализм в любой области всегда вызывал во мне уважение. Значит, между нами больше не осталось каких-то нерешенных вопросов, майор Минбаев? Так? Почти. Я уже давно подполковник. Поздравляю вас с повышением в звании. Вы знаете... Я хочу с вами посоветоваться по финансовым делам. Может, как-нибудь за чашкой чая посидим, поговорим? Хорошо. Договорились. Большое спасибо. Удачи. Всего доброго. Саид Мурод, ты молодчина. Из такой ситуации выпутался. Я даже не знаю, как бы я решил такую проблему, если бы был бы на твоем месте. Ты бы не попал в такую ситуацию. Ну, не скажи. Времена такие. Сейчас никто от этого не застрахован. Лучше расскажи, как идет работа над твоей книгой. Когда мы ее прочитаем? Работаю. Собрал много материала. Пишу. Уже заканчиваю. У меня хорошие новости. Представляешь, меня приглашают на госслужбу. Я надеюсь... смогу так больше пользу обществу принести. Что скажешь? Отлично. Если принял решение, буду рад помочь. Поздравляю. Ну, пока еще не с чем, но спасибо. Я приобрел землю в Бишкеке для строительства жилого дома. Строим вместе? Что скажешь? Ты со мной? Это даже не обсуждается. Ребята, доброе утро. Есть хорошие новости. Пожалуйста, соберитесь все. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Дорогие друзья, наконец-то я закончил писать книгу «Я и деньги». Саид Мурод, я рад, что мы с вами заключили договор на вашу книгу. Я надеюсь, что она станет национальным бестселлером. Спасибо, я этого очень долго ждал. 7 долгих лет, друзья. Чудесно. Поздравляю! Поздравляю, прекрасно! В гостях Саид Мурод Довлатов.
и его новая книга «Как стать миллионером на территории СНГ. 10 шагов к успешной жизни». Итак, мы объявляем начало презентации под ваши бурные аплодисменты. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Спасибо. Уважаемые читатели, уважаемые слушатели, которые посещают наши семинары и тренинги, добро пожаловать на презентацию новой книги. Было время, когда мои мечты казались мне недостижимыми. Будущее было туманным и размытым. И вот маленький затравленный парень из горного кишлака, вопреки всему на свете, сумел стать хозяином своей судьбы. Как-то сидя на этой скамейке, я понял, что жизнь для сильных людей. Ее надо заслужить. И каждого, кто теряет надежду, она уничтожает. Никто не мешает человеку стать тем, кем он мечтает. Найдите свой путь. Главное, не опускайте руки. Боритесь за себя, за свое счастье. Завоюйте его. Я всегда доверял людям. И всю свою жизнь бился за их доверие. Я понял. Кто я есть сейчас, это результат ранее сделанных мной выборов. Судьба любого человека – результат ранее сделанных им выборов. И неважно, понимает он это или нет. О, Всевышний, помоги мне. Только ты знаешь и ведаешь о моем положении. Веди меня по праведному пути. Я знаю, все будет хорошо. Когда-нибудь все будет хорошо. Создан был и под какой звездой, незамеченной или благословенной миром. Нет здесь ничьей вины, сомнений тоже нет. С рождения каждый воин и победителем достоин быть благословенным родительским добром, и взгляд осветил твой путь. Отныне в твоем сердце есть вера и любовь, что сотворили чудо, в себя поверь. Oh,
хранитель, ангел твой, за твоей спиной, если примешь Бога.